Большая команда, ждем. Коллеги, начну первое, с вашего позволения. Для меня, конечно, особенно приятно и необыкновенно находиться в этой номинации, поскольку сейчас я занимаюсь другим телеканалом, но все-таки «Анна детектив» — мой любимый сериал прошедшего года. И я благодарю всю эту огромную команду и компанию «Стар Медиа», исполнителей главных ролей, Виталика Бардачева, Дану Жане и, в общем, всю команду, которая реализовала невероятно сложный проект, учитывая, вы понимаете, финансовые возможности телеканала ТВ-3, вот, которые сделали просто абсолютно произведение искусства. Поэтому спасибо большое вам, коллеги. Я считаю, это огромная заслуга всех нас. Я очень рад этой победе, потому что действительно, как правильно сказал Игорь, у каналов ТВ-3, Пятый канал, у СТС, флагманские проекты очень важны, и они являются, мы как продюсеры это хорошо понимаем, поскольку они являются сеткообразующими, структурообразующими проектами. Как правило, в них вкладывается действительно не только там какой-то бюджет, но и все внимание, отношения, огромные маркетинговые усилия. И в этом смысле канал действительно был нашим полноценным партнером, великолепнейшая рекламная кампания, маркетинговая кампания, шикарная была премьера в Москве. Это было, так сказать, такое очень историческое, стильное событие. Вот. И наверняка многие из вас видели огромные фасады стен, сам детектив, по-моему, только вот недавно. И все еще висит. И все еще, да, это такой граффити в Москве, я не помню там по адресу какому, но это было все очень здорово. И, конечно, наша сценарная группа, режиссеры, наши артисты шикарно все это сделали. И я с огромным удовольствием хочу, так сказать, передать там микрофон. И очень рад за Виталика Бардачева, генерального продюсера этого проекта. Большого умницу моего друга. Спасибо всем. Спасибо ассоциации, что отметили наш труд. Спасибо каналу за такую безумную рекламную кампанию, потому что это впервые в моей творческой истории увидеть так, как этот проект шагал. И особенно я очень хочу поблагодарить нашего зрителя, наших вот женщин, которые смотрели, которые до сих пор там пишут какие-то отзывы, письма. Просто низкий-низкий поклон. И еще сегодня день рождения моей мамы. Вначале прозвучала продюсер «Это гордость мамы». Мамочка, гордись. Спасибо. А еще благодарю Дашу Фиалко, которая тоже является продюсером проекта и сейчас является генеральным директором сигнала СТС. И за время производства сериала «Детектив» успела родить 2 детей. И исполнитель за главной роли Саша Никифоров успела родить 1 ребенка. Поэтому у нас крайне детородный проект, в общем, поднявший демографию страны. Спасибо нашим зрителям огромное. Ну, это действительно большой успех для телеканала ТВ-3. Большое вам спасибо. Надеюсь, не последнее. Спасибо!